Всем привет, ребятки, мы сегодня начинаем прохождение Total Accurate Battle Simulator, ну или сокращенно TAPS. Вообще, эту игрушку уже проходил на втором канале, когда им занимался, более полугода назад, короче, давно еще. Вот, еще зимой 2017 года, короче, в начале этого года. Вот, прошел я ее тогда за две целых серии, но я вот хочу еще раз ее пройти, тем более на этом канале еще не проходил, так что давайте вперед. С первого уровня начинаем, погнали. Так, подождите, бэк. Хочу посмотреть, сколько тут всего уровней. 25, да? Ага. Ну, давайте, наверное, за серию будем проходить уровней по 5. Может, по 7, по 8. Посмотрим. Это сейчас они такие легенькие. Так, я уже не помню, как управлять здесь. По-моему, как-то... А, ну просто, вот, можно будет потом летать, я помню. Так, ну окей, давайте, значит, мы что-нибудь заспавним. У нас есть 500 денежек. У нас обычные чувачки. Давайте лучников понаставим. Посмотрим, что будет. Смогут ли, а ну-ка, наши чувачки захреначить. Давайте, давайте, на. Ну прикольно, да, смогут, смогут. Очень даже легко. Лучники всех просто уничтожили. Так, теперь этих самых чувачков будет побольше. Но у нас и денежек побольше, так что... В принципе, можно поставить побольше просто-напросто лучничков. И дело в шляпе, как говорится. Но! Так, они, правда, своих могут сносить. Ну ладно, это не особо будет сложно. Окей, все. Теперь у нас есть чуваки с щитами и меченосцы. Типа, короче, крестоносцы, ага. Крузейдерс. Так. Ну, здесь можно это все дело решить очень простым способом. Смотрите, значит, берем, ставим вот таких вот наших чувачочков. Остальные лучники снова же. Вот, все нормально. И одного даже этого вора можно поставить. Посмотрим, что они смогут нам теперь противопоставить. На! А в это время наши лучники лупят просто с всех сторон. Давайте, давайте. Ну что ж вы такие лучники-то косые, блин? Так, ну давайте, давайте. Ну да, не, они завалят, я думаю. Да, завалили. О, чуваку в задницу, да, прямо? Да, через задницу прямо стрела пролетела. Так, это у нас теперь спартанцы. С копьями. Правда, где спартанские щиты? Что это за игра нереалистичная? Снова давайте лучников. В принципе, думаю, они справятся, но это не точно. Так, и с одной стороны, а других по флангу. Даже вот так вот давайте, с двух флангов пускай обстреливают. Посмотрим, что сделают нам спартанцы, если их со всех сторон будут обстреливать. Давайте, лучнички, стреляйте, молодцы. Давайте, давайте. На. Гаси, гаси его, давай, гаси, гаси. Есть, молодец, малорик. Да, думаю, нас сейчас завалят, все, малорики. Этих тоже, в принципе, все, виктори. Ничего сложного. Так, теперь у нас, значит, эти воры, да, это у нас воры. Плюс три катапульты. У нас 2000 есть уже. Так... Не он, мы еще у нас не открыты. Нужно сначала пройти. Предлагаю, смотрите, сделать что. Поставить так вот по два щита. Это же те самые щиты, о которых я думаю. Да, это железные. Те самые, которые нам нужны. Даже по три. По три щитоносца. Далее нам, мы поставим... Вот так вот по три мечника. И опять все это дело мы... Лучниками вот так вот просто возьмем и заполним. Огонь, только не по своим же, блин, стреляйте. Воу-воу-воу-воу. Давайте, блин, стреляйте. Ой-ой-ой-ой. Не, по-моему, в этот раз мы сейчас проиграем. Да, плохую я стратегию выбрал. Ох-ох-ох. Хотя нет, лучники идут в атаку. Но я думаю, сейчас все-таки наших завалят. Наших уж слишком мало. Давайте, стреляйте.
На, по нашим. Плохо, плохо, плохо дело. Да, блин, сносит. Хотя нет, двое еще осталось. В принципе, не знаю, может, что-то мы сможем все-таки сделать. Эх, нет, не смогли. Немножко нам не хватило. Так, клир, окей. А, может, тоже катапульту поставить? Целых три. Чопы нет. Чопы нет-то. Ну, давай, блин, что ты там не ставишься-то? Во. Давайте ее удалим. Более ровненько ее поставим. Так, у нас есть всего лишь 200 денежек. Мало, мало. Да ладно, под, вот так вот поставим на серединку двое только. Посмотрим, может, что-нибудь сможем мы сделать. Так, для прикольчика я поставил. Ой-ой-ой, не-не-не, дело плохо, очень плохо. Последняя у нас, да, катапульта осталась, вот она. Ох-ох-ох, повезло, повезло. Давай, блин, нет! Плохо дело, очень плохо. Ну ладно. Не будем мы отчаиваться. Сделаем очень просто. Я не знаю, лагать сейчас будет или нет. Ну нет, не особо лагает. Вообще, точнее, не лагает. Наши тэквондисты сейчас всех перехреначат. И набегут потом туда. Возьмем этот уровень количеством мы. Похрен на потери. Главное в атаку бежать. Все, наши всех перебили. Ну и этих сейчас тоже. Ох, вы это видели? Капец. Это жесть была просто. Есть, победа. Молодцы. Так, теперь у нас уже здесь эти пирамиды, Египет, короче. Кто у нас здесь? Крестоносцы, щитоносцы и крестоносцы. Ну, достаточно серьезные противники. Так, Грис, Эйша, викинги. Не, наверное, не пойдут, да, викинги? У нас полторы всего тысячи. Всего полторы тысячи. Наполеоновские мушкеты смогут пробить броню? Дать залп и пробить броню. А ну-ка. Так, вот есть еще, кстати, более дешевые мелкие чувачочки. Вот. Старт. Они попадали, круто. Давайте залпы, чуваки, давайте. На, да, снесли. Класс, класс. Они прыгают лбами своими. Так, да, наши снесут. Снесут этих всех чудиков. Победа. Так, теперь у нас та фигня такая же. Хрень полнейшая, вообще никакая. Хотя у нас 1000 всего 200. Все то же самое, берем и нашу просто такую огромную толпу выставляем, и ничего и не сможет никто сделать. Никто ничего не сможет сделать. Все. Последний лучник. Но! Вы видели, как он его затаранил? Нет, там еще он один чувак держится немножко. Но все, его тоже сносят. Так, ох, куча просто чуваков с мушкетами. Все, опять мы сейчас очень простым способом решим. Хотя давайте даже вот так вот мы сделаем. Опа-на. Или даже можно было, знаете, этих поставить. Лучников. Сейчас будет жесткий залп. На, охренеть, просто кучу у нас чуваков вынесли. Не, а кстати, не, сейчас могут наших всех перебить. Ёпарысы-то. Я это не ожидал. Мы проиграли. Да. А вон там еще остались. На. И вот последний. Что-то вообще прям плохо. Ладно, сейчас я знаю, как победить. Да, выносят, выносят. Давайте попробуем огромной толпой лучников. И там еще на поддержку ему сюда. Опа-на. Так, лучники-то быстрее свои луки зарядят. И начнут уже стрелять сразу. Эти залпик дадут. И все, они снесли до хрена. Ёпарас, это я опять такого не ожидал. Все, снесли.
Мушкетеры будут, по-моему, получше. Да, лучше будут. Лучше намного. Да уж, плохо, плохо дело. Так, ну у меня есть последние. Короче, последняя тактика. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Три целых волны. Давай. Наши бегут все равно. Их слишком много на этот раз. Всех не вынесут. Да, слишком много. Опять же, возьмем просто-напросто количеством. Ой, капец, сколько наших реально сдохло. Победили. Так, теперь у нас есть еще и пушки. 3000 денег, но вы издеваетесь. Вы снова, блин, хотите, чтобы я прошел этот уровень? Хелл 150, спид 100, атака 2 секунды. А этих хелл 330. Это существенно. Ой, 330, это очень много. Так, ой, как много их можно поставить-то. Вы издеваетесь, блин, столько нам юнитов давать? Ну, кстати, все достаточно хорошо. Капец, посмотрите их сколько. Не вынесут всех. Их слишком много. На, в атаку, просто капец. Жескач такой происходит. Все, мы победили. Так, бэк. В принципе, там все. Мы прошли целых, блин, 9 уровней. Остановились на 10-м. В следующей серии мы уже будем дальше проходить. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ставьте лайки, пишите комментарии. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.